Доброго времени суток, друзья, с вами Аиф, и это у нас тестовый Dead by Daylight. Ну и первое, друзья мои, что у нас тут добавили, это Store, или же магазин. Ну, у нас 4000 этих поинтов есть, так называемый Auric Cells. Ну и давайте посмотрим, что мы можем за это вообще приобрести. После разблокировки чаще навыки могут появиться в кровавой паутине любого персонажа. Ну, у нас пока что ничего, у нас здесь есть доступен новый персонаж Клоун. Ну, я так понимаю, здесь мы с вами можем одежду для них присматривать. Ну, допустим, для ведьмы. Ну, кстати, очень редкий. Как оно выглядит? Вау. Нет, на самом деле, клевые аутфиты. Необычные такие. Но я бы в первую очередь посмотрел аутфит на вот этого доктора. Что он из себя представляет. Ух ты. Нет, необычные. Необычные, друзья мои, костюмчики. Ну, давайте мы его анлокнем для доктора. 2945 поинтов у нас все еще есть. Ну и давайте посмотрим на клоуна. Ну, для клоуна у нас какой-то на самом деле простенький костюм есть. А что если по отдельному оружие? Мы можем теперь персональное оружие выбирать под каждого. А, это доступно только в аутфите. Хорошо. Ну, давайте мы и под него аутфит купим. Ну и оставим чуть-чуть поинтов, все же. Ну и, друзья мои, давайте мы с вами посмотрим вообще, что это за персонаж такой клоун, что он из себя представляет. Я его уже немножечко... Так, starts with free personal perks. Так, получается, необычный навык. Ну, перевод, как обычно, не подвезли у нас... Так, радиус на 30% нашего террора увеличен. Так, восстановление на 15% активно через 30 секунд после того, как был пойман выживающий. Так, наша скорость на 5% больше. Ага, хорошо. Ну, давайте мы с вами... А, вот, здесь есть перевод. Ваша ужасающая энергетика распространяется на сверхъестественно большие расстояния. Вы получаете 50% категории хитрость. А, так, а это у нас не подвезли перевод. Хорошо. Ну, давайте что-нибудь редкое такое. Сюда мы можем только перышко засунуть. И подношения у нас сами тоже есть. Ну и так, ну, стор нам не нужен. Посмотрим, что у нас получится за этого клоуна. У него вроде как уровень сложности средний, невысокий. Ну, кстати, выглядит он прикольно. Чудовищная кладовая на гнилом болоте, друзья. Так. Ну. Я немножко залип в дерево. Хорошо. А что это нам дает? Хорошо. Хорошо. У нас то ли народ повылетал, то ли повыходил. Этот генератор даже не пытались чинить. А вот тут какой-то кипиш. А вот тут кипиш, друзья, вот тут кипиш. Ах ты ж. И куда она делась? Ну окей. Она почти Это было больно.
Привет. Ах ты какой хороший. 360. Но не сегодня. Ну, люди повыходили. Или повылетали. Непонятно. Скорее всего, даже повылетали. Поэтому это очень быстрая игра. То есть у нас несколько таких бутылок. Они сами перезаряжаются, если что. Ну, нормально. Беспощадный убийца. Ну, это было быстро, друзья. Но свои поинты мы заработали, а значит, мы с вами сейчас и прокачаем. Посмотрим, что нам дадут с этой прокачечки. У нас тут буквально вот одна перочка до второго уровня. Ну, нам не хватает чуть-чуть поинтов, да, с вами. Чуть-чуть не хватает поинтов. Ну что ж, друзья, нас с вами кинуло на переулок Лэмпкин, Хэдденфилд. И это попыточка номер два. Ну, у нас с вами все здесь. В живых, вроде никто не вылетел. Ой, я даже кого-то вижу. Я даже кого-то вижу. Ну, фонарик. Ой-ой-ой. По-моему, им от этого дыма становится слишком плохо. Ну, давайте попробуем вот этого. Догнать, раскидываясь всеми этими бутылочками. Ну, с нами играются с вами. Окей. Слепанули нас тоже, конечно, хорошо. Ага, сейчас. Так. А как мы сейчас-то по нему не попали? Ну вот и все. Он отбегался. Давайте мы пока бутылочки перезарядим. Генератор починили один. Хорошее сопротивление. Но он будет повешен. Второй генератор починили. Ну, люди нам с вами более-менее умеющие играть попались. А если мы сделаем вот так? Вообще никак это на его здоровье не влияет. Ага, здравствуйте.
Так, тихо. Мы с вами-то сюда тоже можем выйти спокойно. Упасть. Молодец. У нас здесь поблизости крюк есть. За которым, кстати, прячется еще один. Давайте бутылочку перезарядим. Мы им интоксикейшн делаем. Ну, то есть, если мы закидаем вот это вот бутылочками, его, по сути, поднять никто и не сможет. Ой-ой-ой, как-то было некрасиво сейчас. Так. Что ж ты будешь делать-то? Этот вот с нами играет прямо по-страшному. Пытается хотя бы поиграть с нами. Давайте бутылочки перезарядим. Наши с вами. Куда побежал? Моему процесс хилинга уже какой раз ломаем, и все, это его финал, этого скепта. Мы его-то с вами второй раз вешаем уже. И он выходит. Идеально. 4 бутылочки. Нам надо с вами срочно рабочие генераторы отсмотреть. Этот даже не пытались чинить. А вот этот напротив. Но у них-то 2 выхода отсюда. Давайте посмотрим, что на них дает вот этот дым. Как он на них влияет вообще. Это был шикарный бросок. Все равно мы их уже с вами с большой вероятностью не поймаем. Поэтому просто испробуем, что дает этот дым на них. Но они интоксикацию получают.
есть если мы даже по нему бутылочкой этой попадаем, он ловит токсикацию, и все. Ну да, они все сбежали. Мы с вами только одного положили. Сущность разочарована. Да. Ну, персонаж такой своеобразный, друзья. Определенно своеобразный. Ну что ж, у нас тут с вами осталось еще почти 2000 поинтов. Ну и давайте посмотрим, что у нас есть на медсестру. Вау. Офигенно. Вот это интересный костюм, на самом деле, друзья. Мне даже вот такой костюм нравится больше. Ну вот это прям самое шикарное, наверное, шикарное, что есть. Но мы можем, конечно, отдельно с вами присматривать еще. И оружие. Это все доступно только в костюмах. Ясно. Ну, давайте мы с вами возьмем вот такой костюмчик на нее. И мы-то с вами можем... А, и на 810 нам не хватает чуть-чуть. Ну, это уже такие себе костюмчики, друзья. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то не забудьте оценить его лайком. Ну и, конечно же, не забывайте про подписочку на мой канал. Всего хорошего.